смерть провоцирует нас сама. И испарение земли льет, как туман. И каждый день нас когда-то лечит кровь из наших ран. И не пройти нам этот путь, такой туман. Привет, соколики! Вы на канале Hello Село. И сегодня мы с вами посетим матч Кубка России по футболу «Факел-Зенит», который станет завершающей игрой на Воронежском стадионе в 2022 году. Меня по-прежнему зовут Родион, и спасибо вам, что вы вместе со мной, а я вместе с вами. Начиная с августа, когда я начал выкладывать футбольный контент, мы прошли уже достаточно большой путь. И совсем скоро на моем канале будут выпуски, посвященные чемпионату мира по футболу. Многие уже об этом знают, поэтому мы не прощаемся. Ну а сегодня вашему вниманию эта игра. На улице примерно ноль. Утром выпал первый снег, который благополучно успел растаять. Поэтому пожелаем футболистам обеих команд удачи. Мы на стадионе, и всем разложили вот такие листочки с логотипа «Факела» и с текстами песен «Туман», «Колхозный панк» и «Воронежский болельщик». Соответственно, сегодня будем петь всем стадионам, а это будет наша шпаргалка. Помаши ручкой. Ребята, наши самые крутые, спортивные, самые футбольные, профессиональные. Сегодня мы сидим ниже немного, обычно мы сидим повыше, поэтому обзор игры будет с четвертого ряда, прямо вплотную к бровке поля. Итак, друзья, 10 минут до начала матча, трибуны постепенно заполняются, но не активно. Хотя, вон, вы видите, народ есть. Все почему? Потому что игра проходит в среду, и многие только с работы приезжают, поэтому я думаю, что стадион будет заполняться еще в течение минут 20. Игорь Калинин, номер 13. И Квитвискин. Руслан Магань, номер 28. В запасе Вячеслав Горовских, номер 35. Сергей Брызгалов, номер 92. Сейчас все будут петь, всем раздали листовки, организаторам большой респект. Ну и сейчас будем петь «Туман». Полное исполнение «Тумана» будет у меня на Бусти, так что не пропустите. Поехали! Было хорошо, было так легко. Но на шею бросили огонь. Солнечный огонь, атмосферный кровь, проливал, но не пробил туман. И мертвый месяц в небе освещает путь. И звезды дарят нам на грудь не продохнуть. Воздух яда и как дуть, нельзя свернуть, нельзя шагнуть. И не пройти нам этот путь, какой туман. Давай, Воронеж, пробуй! Наш огонь! Факел, наш огонь! Факел!
матч стартовал и поехали. По традиции слова о болельщиках приезжей команды. «Зенит» вывесил баннер «Мы никогда не умрем». Приехало, на взгляд, человек 100, наверное. Молодцы, ребята. Сегодня видел не одну компанию, в том числе с детьми. Приехали семьями поддержать «Зенит». Несколько подходов к воротам «Зенита», пару подходов к воротам «Факела». Играем. За Воронеж, за победу! Эй! Эй! Домой, бороться и побеждать! Вперед! 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 39-я минута матча, счет по-прежнему 0-0. Квеквискири ненароком выбил мяч на восточную трибуну. Интересно, мячик, а вон мячик держит. Это тот мужик, который голый прыгал. Ему прилетел мяч, а Стюарт просит мяч назад. Вот он мяч попрыгал. Господи, абсолютно реальный момент. В 45-й минуте матча мы практически открыли счет, но, увы, вратарь «Зенита» блестяще взял мяч на ленточке своих ворот. Судья ничего не добавил к первому тайму, перерыв, счет 0-0. Как зовут? Матвей, Миша. «Факел» поддерживаем? Да! Что хотите, можете сказать. Я на 6 матчей сходил уже. Ничего себе. Давно ходите на футбол? Да. Я очень давно, еще в 2018 еще ходил. Ну, вообще серьезные парни. Мужики, как чаек? А, чаек отлично. А футбол как? Получше хотелось, тесно. Хотелось бы немножко получше. Веловато пока, но мы верим, второй тайм будет. Отлично. А вы можете пить чай не только на стадионе, но и в классном месте под названием «Чайная линия». По промокоду HELLOSELO скидка 20% на всю продукцию. Данила, шикарно, вообще прям все. Нет, в кубке пенальти пока нету, только в следующей стадии. Ну, что угодно можешь сказать. Привет мне! Хабаровск, привет! Экологический парк. Все, давай, поддерживаем. Привет. Победим? Конечно. Всех победим. Желательно брошу все хозяйство, и уеду в город я. За славу меня там примут, ведь почете там свинья. Я на гость повешу лапки и надену свой перчат. И уеду я отсюда. Воронежский металл! Белый как кабак, я имею свой баян. Я на ее подрог пиздою, не найти во мне изъян. Первый парень на весь край, на меня все бабки лают. Возвращаемся, второй тайм сейчас начинается. Полная запись песни «Колхозный панк» будет доступна на Бусти. Пока я тут шел по этим ступенькам, Малком завалил гол. Да ёпары сэты, я даже ничего для вас и не снял. Я считаю, этот гол нельзя засчитывать, потому что мы еще шли по ступенькам, не пришли на место, ничего не сняли. И вообще это неправильно «Факелу» забивать между нами. Малком вышел на замену, сразу забил гол. Мы сели на свои места, 46-я минута, 1-0. Ёпарасы ты! Верим в команду! Нужен гол! Нужен гол! Воронеж за победу! Эй!
Дышит. Хороший! Пошел, 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 визир! Сейчас 4-я минута матча, трибуны начинают просыпаться, игра начинает обостряться. Несколько опасных моментов у воронежской команды. Давай, давай, Рус, забей не хотя бы один для начала, а там второй будет. И дальше следим за футболом. С первой минуты матча и счет по-прежнему 0-1 в пользу питерской команды. Еще нам залить. Тихо-тихо. Да ёпарасы. Малком забил. Счет 0-2 в пользу команды «Зенит». 87-я минута матча. Честно признаюсь, минус. То есть, ну, заметно похолодало. Острых голевых моментов нет. «Зенит» забил такой рабочий второй мяч. Не от того, что он доминировал, а скорее, ну, просто реализовал свое мастерство, которое выражается в стоимости футболистов общей. То есть, как бы такой рабочий счет 2-0, не по игре. Много наших атак, много зенитовских атак. Ну, и они не завершаются, они прекращаются где-то на границе штрафной. Присутствует 12 607 зрителей. Примерно 3 минуты. Конец матча. Матч окончен. Счет 0-2 в пользу питерского «Зенита». Молодцы! 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 Часов. Факел! Воронежский болельщик! Никогда тебя не подведет! Факел! С тобой всегда мы вместе! Факел! Победа! Вот таким вот получился этот матч. Воронежский «Факел» уступил питерскому «Зениту» со счетом 0-2. Но мы в любую погоду поддерживаем наш любимый клуб. Поэтому ставьте большой палец вверх, если это видео вам понравилось. Подписывайтесь на канал. И, конечно же, совсем скоро мы на этом канале будем освещать чемпионат мира по футболу. Да и вообще классно общаться. Слушайте мои песни на всех музыкальных интернет-площадках. На этом пока все. И до скорых встреч. Пока-пока.